Всем рот фронт! Закрытые телеканалы перешагнули через свой экватор. Сегодня поговорим о семействе Red Media. Не будем долго тянуть. Поехали! Открывает сегодняшний эфир STV, телеканал о жизни шоу-бизнеса. Тут освещались яркие светские мероприятия. Ну, например, модные показы, шикарные вечеринки, киноновинки, ну и прочий гламур. Формат вещания 4:3, язык русский. Начало это самое вещание 15 сентября 2007 года под названием ТВ Бульвар. Наименование СТВ получил 1 ноября 2011 года. 1 апреля 2017 года наконец схлопнулся, уступив место более мягкому по контенту Жаре ТВ. Малыш ТВ, поросль для дошколят. Начал вещание в октябре 2016 года, формат 16:9, язык русский. Тут шел высококачественный, развлекательный и обучающий контент, позволяющий расширить кругозор маленьким телезрителям. Это цитата. 1 января 2019 сменил название на более краткое «Малыш». А 1 апреля 2022 года прекратил вещание и был заменен на схожий канал «Супергерои». Интересное ТВ, надежный гид в мире хобби и увлечений. Тут реально можно было найти буквально все, действительно такой телевизионный клуб по интересам. Формат 4:3, язык русский. Начал вещание в тот же день, что и ТВ Бульвар. К большому сожалению, жестоко выкинут на произвол судьбы 31 августа 2015 года. Вместо него начал вещание канал с бездарным контентным наполнением «Мужское кино». У Red Media был еще один интересный телеканал, о котором мы уже рассказывали в прошлом году. Поэтому предлагаю камбэкнуться на год назад и вспомнить, что же это было. Comedy TV, российский развлекательный телеканал. Формат изображения 4:3. Начал свое вещание 23 июня 2008 года. Закончил 1 сентября 2014 года. Был заменен на ТНТ Comedy. Или Comedy, извините. ZTV – интернациональная штука. Помимо СНГ, вещал и вещает в Индии, США и Великобритании. Red Media начало демонстрацию в России 14 июля 2007 года. На канале освещалась, собственно, Индия. В основном, конечно, их синематограф. Но не только он, конечно. Было много другого. Даже телевизионные интерактивные викторины, прости господи. Формат 16:9. Языки – английский, русский и хинди. 31 декабря 2022 года, понятно почему, покинул наш рынок. Импортозамещен Индией. На этом все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, делитесь с друзьями. Всем до встречи через неделю в финальном выпуске.